Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Sacred 3, продолжаем проходить эту игру. Точно, ну, в принципе, приблизительно, мне так кажется. Да не то, что приблизительно, но можно сказать, я так думаю, это последняя... Не, какая последняя? Не последняя, а предыдущая миссия, как бы вот эта, и потом финальная миссия, я так думаю. Сейчас давайте быстренько... The bridge protects the camp from wild animals, я сюда случайно so пошел, но... keep your guard up. Ну, ладно. Итак, открыли проход какой-то. Сейчас мы сюда потопаем. And here ends our peaceful interlude. Так. О, начинает уже идут. Так, и еще вот этого. Отлично. Так, лес какой-то. Так, нам сюда наверх, да? Сейчас. Так. Отлично. О. И так, идем сюда. 20, почти, ребята, 20 уровень у нас. Почти. Ху. Ох, это нужно смотреть сейчас, счет. Ай, ху, капут. My mom used to tell me stories about these ruins when I had trouble sleeping. I dream about hidden treasure behind the walls. Так, сейчас куда? Вперед, назад. А, какие вперед, назад. Куда, да? Опять в оборотах или так. Watch out! Так. Ай. Еще раз. Так, давай. Давай еще раз. Ай, ни хрена себе. Давай. Давай. Я лучше вылечим. Да ну нафиг. Так. Давай. Еще раз. Все, давайте вот эти убиваем. Так. Отлично. Еще вот этот остался. Все, всех поубивали, почти 20 уровень. Фу, а тут у нас что-то есть. Если мы сюда пойдем, 100% какой-то сундучок будет, мне кажется. Нет. А куда нам? Нам сюда, но там какой-то проход был, нам потом или туда возвращаться, или фиг его знает. А вот сейчас куда? Нет, тут нифига нету. Значит, сюда наверх. Пойди. Оу. Это я куда достал или чё? Ай! Ху. Сейчас сюда. The temple garden. О, опять вот эти. The crazy plants and try to eat me. Not as funny as you think. Ай, yeah, well, ай, ай. My mom says only the worthy can find the way out. If you can't, то есть мне нужно тут бегать и вот это все собирать, ключи. И потом походу назад возвращаться. Или куда? Я что-то как-то не очень понял. Ну, в принципе, если мы сейчас соберем ключи, да, куда нам потом идти? После этого. Так, тут нужно вот так передвигаться как можно быстрее. Ну, вот те хрени стреляют вот этими. Так. Сейчас нам... А, вот сюда. Sorry, it's not you. Just keep going. Так, давай.
Так, чекпоинт. Сейчас, быстренько бежим вот сюда. That one's for me. Out of the way. Так, давай уже. Get in there. Так. Фух, ребята, 20 уровень. How perfectly horrifying! 20 уровень у нас уже есть. Что, давайте сюда пойдем. Ух, а, что-то я... Так, сейчас сюда, да? Can you imagine how this place used to look? Nope. We have to focus on saving the heart. Так, сейчас. My head is starting to hurt. Ай, я не знаю, это с одного удара убивает или нет. Так, сейчас сюда. I'm sensing something wrong with the ceiling. Сейчас сюда. Ух, это опять эти... Это уже немного потяжелее будет. Это убивает с одного удара, ребята. Это нужно смотреть. No mention of the traps in the floor. Are you sure? Да твою ж... Я не рассчитал немного. Опять это добыча. Давайте сейчас посмотрим, куда это. Так, дайте посмотреть. No mention of... Да твой... дайте мне пройти вот это. Так. No mention of the traps in the floor. Are you sure we're on the same side? Фу, твою ж наконец-то. Так, сейчас нам сюда. Опять. Ты ж... Да ху, наконец-то, хотя бы вот так. Так, сейчас... Опять? Да вы чё, прикалываетесь? Заполнить энергозахват. Ага. Давай. Отлично. Главное тут... Фу, чуть меня туда не толкнули. Фу. Так, ну чё там с энергией вот этой? Так, дайте пройти. Еще чуть-чуть. Давай. Фу, наконец-то. Так, сейчас нам куда? Зейн? We are in trouble. Это чё за хрень? Follow my light. Oh, airstrikes aren't a part of temple defenses. That reeks of Zane. The swamp is unforgiving. It swallows everything, the living, the dead, так, even heroes. Сюда, да? Thanks for the guiding light, but I would have сюда? Found cover on my own. Maybe just doing what I can. The heart is crying out. Please hurry. Revive us! Это я успел вылечиться или меня оживили? А что это за хрень вообще была?
стреляю, да, или что там делаю? Я вообще правильно бегу, нет? Вот тут что-то есть? Нет. Так, сейчас нам поход сюда. Fire burns, but cold iron destroys. Так, ух ты, ни хрена себе. You can't let them stop you from reaching the shrine. На тебе. Давай, отлично. Фу. Don't stop! Сейчас. Вот сюда. Уже видно, что миссия намного тяжелее, чем предыдущая, мне кажется, потому что как бы это предпоследняя, можно и так сказать, миссия. Опять вот эти. Так. Отлично. И еще вот этого. Так, сейчас. Don't stop! Сейчас вот сюда. 20 уровень, 20. Опять вот эти. На тебе. Так. Да бей ты уже. Давай, отлично. И еще вот этого. И вот так, отлично. Хо. Сейчас. Yes, this is the shrine. Ah, just in time. Go on inside. When children believe in myths, their mothers told them a poor village pays the price unless they turn back. Если туда, то. Never. Ah, come on. О, да ну нафиг, уже сражение с боссом как-то быстро или фиг его знает, или мы так быстро прошли или. Фиг его знает, ребята. Сейчас посмотрим. Может, босс какой-то сейчас нереальный просто будет. А, вот этот чувак. Септик, целитель. Охренеть. Я не скажу, что он просто нереально какой-то сильный, хотя... Ай! Так. Так. Давай. Отлично, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Я не знаю, может он еще... Еще раз, наверное, с ним сражаться нужно будет. Нет? Ну как бы мы его... О, четвертый уровень. Ну как бы мы его не победили, да? Он улетел куда-то. A common mistake in life is to confuse dreams. Так, если правильно я понимаю, то там еще осталась только одна миссия, ребята. Может потом будет еще какое-то продолжение, но я думаю, что там только одна миссия осталась, потому что больше я там не видел. Фиг его знает, ребят, давайте посмотрим, что тут мы можем улучшить. Снаряжение. Вот это у нас есть, это мы не можем улучшить. Можем. Все боевые приемы империи бессильны против этого оружия. Мощный удар приводит к суперпрерыванию. Ага. Отлично. Сейчас, что мы еще можем улучшить? Боевые умения. О! Затрат энергии уменьшается на 25%. Отлично. Это 33, ни хрена себе, это какой... 21. Во время землетрясения персонаж получает на 20% меньше урона от удара врагов, наносимый урон увеличивается на 10%. Нормально. А, в принципе, ребята, я так думаю, давайте на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.